Всем привет, Mercedes Vito 638, 601 мотор по тросу газа. Стоит ли его менять или же может поработать ваш? Как его проверить? Выглядеть-то он может вот так вот, вроде бы здесь ржавая оплетка, вроде бы здесь. Но, посмотрев на стоимость его в продаже, вы начнете задавать себе вопросы, а стоит ли покупать, может проверить, может мой еще работает нормально. В продаже имеется только оригинальный трос, который стоит около $100. Заменителей нету вообще, не существует. Трос акселератора на 601 мотор на Mercedes Vito, не знаю, что там спринтера, что еще идет. Чисто мерседесовский, около $100. Как проверить? Нажимаем газ, освобождаем трос от натяжки. И пробуем его ход. Одной рукой неудобно. Нажали и освободили трос. И дальше пробуем его вот за край. Как он работает. Трос ходит свободно. И слышно, как в салоне педаль опускается и поднимается. Вот даже вы можете увидеть, когда я его беру, он отходит назад. Под весом педали я там снял пружину отводную. И он свободно ходит в оплетке. Поэтому менять его не стоит. Если у вас подозрение, что тяжело нажимается педаль, есть вариант снять там возле педали, увидите, посмотрите, ее две пружины может стоять даже. Снимите или одну, или снимите вообще все пружины. Не выбрасывайте их, попробуйте без пружин. И какой еще вариант, если педаль тяжело вдруг нажимается, у вас подозрение. Дальше идет система рычажков и тяг. И вот добраться до них, как я делал, брал несколько трубочек от ВД-40, три даже, соединял их с помощью термоусадки и брызгал на шаровую систему, вон такие там, увидите вы, вот шарики там есть. Брызгал ВД-40 или же какой-то еще более лучшей смазкой, если у вас есть. И внизу там такая же система. Вот оно также влияет на нажатие педали. Педаль у вас начнет работать намного лучше. Поэтому трос, как проверить, показал. По педали, кстати, по педали газа. Как ее заменить. Какая педаль. И как ее отрегулировать. Также немаловажно. Есть видео у меня на канале. Прошлое видео смотрите. Специально сделал для вас, поделился. Регулировка педали также обязательно, чтобы у вас эта вся система не ломалась и правильно работала. На сегодня все. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. С вас лайк. До следующих видео.